Привет! Посылку только-только забрал с почты. У нас сегодня посылка из Малайзии. Покупалась на Алиэкспресс. Здесь у нас должна быть краска для тату. Посылку вскрыли таможней Приднестровья. Молдавская таможня не трогала. Итак, смотрим, что же там доехало все-таки. Так. Запаковано хорошо. Внешне не вижу, чтобы что-то потекло. Это уже радует. Вот такой вот брикет у нас из шести красок. Лопнул, правда, пакет, но это вообще мелочи. Стоит у нас 6 вот таких вот тюбиков краски. $11, 24 цента, бесплатная доставка. У нас здесь по 1,2 ОС. Это значит, что тут у нас 14,99. Короче, 15 граммов краски в каждом тюбике. Так что, кто заинтересовался, кому надо, переходим, ссылка будет, покупаем. А что за фирма? Я вообще без понятия. Написано Premium Tattoo Inc. И все. Tamoto is Red. Не знаю, что это за фирма вообще. Очень похоже и упаковкой, и как бы логотипом на Курамису. Не знаю, это либо какая-то отдельная линейка, либо просто у них ребрендинг. Но название я как бы не вижу. Всем спасибо, кто смотрел. Ставим лайк, подписывайтесь на канал. Пока.